репетиционном зале театра оперы и балета, что называется, яблоку негде упасть. Здесь и экзаменаторы, и действующие артисты, и студенты младших курсов. Всем интересно, кто пополнит труппу театра в следующем сезоне. Сейчас, кроме знания балетных композиций, здесь нужно показать выносливость и виртуозность. Начинается он у балетного станка, а заканчивается целым каскадом больших прыжков. В репетиционном зале театра оперы и балета, что называется, театра в следующем сезоне. С одной стороны, хочется сказать, уже, с другой стороны, история нашей школы только начинается, и мы творим ее сейчас. Поэтому всем желаю успехов и здоровья. Многие из этих выпускников уже выходят на сцену и участвуют в спектаклях Золотого фонда Челябинского и Мирового театра. И вот теперь сдали первый в своей жизни профессиональный экзамен. Влад Отрыванов, Вести, Южный Урал.